Кто-то отмечает День влюбленных, кто-то считает его чужим праздником. Но мы решили 14 февраля задать жителям города такой вопрос. А за что вы любите Воронеж? Здравствуйте, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Не знаю, просто здесь живем, родились. Потому что я родился тут и вырос. И люблю каждое место здесь, каждый метр. Конкретно за что там? Парки, может быть, какие-то отмечаете? За атмосферу. Хорошая атмосфера в городе. За водохранилище, красиво у нас. Не воняет оно? Да ну как сказать, да нет, у меня 10 этаж, я прям на набережной живу, там высоко, то есть запах не доходит. Да и это раз в год. А еще, может быть, какие-то еще там места красивые отмечаете? Ну, парк Динамо сейчас же восстановили, супер. Алые паруса то же самое. То, что я тут всю жизнь живу. Воронеж, в принципе, мой любимый город. Секундочку. И я себя не представляю в другом городе. Очень комфортный и удобный город для жизни. Знаете, я сам не местный, но город, в принципе, красивый. Потому что побывал в немалом количестве городов. Могу сказать, что город красивый. Инфраструктура хорошая. И, в принципе, обучение. Так как Воронежский государственный университет, технический университет. Прекрасный город, хорошие люди, отзывчивые. Погода радует. С праздником вас, кстати. Спасибо. Всех с праздником. Любите друг друга. Будьте любимы. Да. Я впервые в этом городе сегодня. Мне, я еще не успел полюбить его. Честное слово, вот прям вот час назад приехал. Первый раз. Ничего себе. Ну, а может быть, что-то отметили уже? Да я вот только прошел буквально 300 метров, пока еще нет. Ну, а кофе как? Вкусное? Кофе вкусный. За коллектив дружный? Да, да. За друзей? Да, друзья. А что еще нашли в этом городе? А хороший город. Хороший? Да. За многое. Он просто мне нравится, он красивый. Он сейчас стал вообще лучше, так, современнее. Он молодежный. Ну да, хороший. Скажи, по всем сухим фонтанам ходим. По всяким там, я не знаю, в эту Воронежскую область тоже мы там очень часто и в Нелжу, и на Динамо, да, Артемка? Ну тоже красивый город. А в каком плане красивый? Молодежный, красивый. А еще какие качества? Русский. За добрых людей, наверное. А еще какие качества? Качество. Не знаю, за комфортность, за отзывчивость людей, за что. За перспективы, которые здесь существуют.